Значит, скажите, пожалуйста, можно просить у святых успеха, карьерного роста или каких-нибудь материальных благ? Это разрешается или нет? Конечно же, у святых угодников Божьих мы просим у кого-то здравия, у кого-то, так сказать, в учебе успехов, у кого-то там мы просим разрешения конфликтных ситуаций в суде, у кого-то мы просим помощи в поисках работы. И чего мы только не просим у святых угодников Божьих, и в этом нет никакого греха, мы должны их просить, как дети просят своих родителей, не задумываясь о том, пап, дай мне конфетку, пап, дай мне покушать, мам, дай мне попить, мам, там, я хочу в туалет, там, и прочее. Естественные процессы у детей мы, как родители. Естественно, мы им помогаем и стараемся обеспечить. То же самое святые отцы к нам относятся как к детям, подрастающим. И, конечно же, когда мы у них просим, они нам дают, если это нам на пользу.